Подскажи, чего мне не хватает, чтобы себя реализовать в отношениях в паре, делать лучше в семье, сделать лучше отношения, благодарю вас и высшие силы. Есть такое понятие, как эгоизм. Когда люди в семье начинают жить, то они очень часто используют одну или совершают одну и ту же ошибку. Это ошибка яканье. Я для меня, мне не хватает, я для меня, я хочу, я сказала, мне плохо, я хочу и мне. Вот это слово, его запомните, оно для семьи принципиально плохое. В семье должно быть слово «мы». Обсуждайте с мужем использование слова «мы». Для нас, для семьи, наши, а у нас, а нам, а для нас, а наши. Вот перейдите на такое восприятие ваших отношений, ваша семья полностью изменится. И еще, когда есть «мы», то это сильнее, чем когда есть «я» и «я» по отдельности.